кодекса это никогда не расценивалось и не расценивается как взятка. Почему в деле Игоря Пушкарева был такой именно выборочный подход к решению, мне пока остается непонятно. Давайте дождемся определения Мосгорсуда в полном объеме. После этого содержательно что-то скажем. А та прибыль, о которой идет речь, в ней же тоже много вопросов. Прибыли вообще нет. Ну, нет, разговора про прибыль не ведется. Ведется речь о том, что Игорь Сергеевич Пушкарев вложил в город большое количество своих собственных личных денежных средств, которые были получены от его группы компаний. Он финансировал, он субсидировал этот город. Перед ним стояла задача отстроить город перед саммитом АТЭС. Да, он это сделал. Он превратил Владивосток в тот город, в который приезжают международные делегации, которые не стыдно пригласить зарубежных гостей. Это его личные денежные средства. Он в зале судебного заседания сам сказал: я вложил эти деньги в город осознанно. Это мой дар городу. Я понимаю, что как чиновник я несу социальную ответственность. Для меня это в неком смысле социальный проект. Это мой дар городу. Я понимаю, что как бизнесмен и как мэр я должен был это сделать. Я это сделал. Что он сейчас сказал? Вы пообщались с ним после того, как завершилось? Ну, мы пообщались исключительно по поводу того, что как можно быстрее, после того, как определение будет изготовлено, мы его будем обжаловать. Представьте, пожалуйста, еще раз. Тугуши Дмитрий Владимирович, старший партнер, коллеги адвокатов Ковалев, Тугуши и партнер.